Всем привет! Я записываю это видео, потому что сегодня я обнаружил, что кто-то продает мерч со мной и моими друзьями без разрешения. Мы долго развивали вселенную Симбочки, знакомили вас с новыми персонажами, придумывали музыку, игры, мультики. И что в итоге? Какие-то воришки украли мою идею и сделали фальшивые Симба-значки. Симба, что случилось? Твою идею украли? Да! Посмотри, сколько отзывов и заказов у этих воришек. Они взяли старые кадры из моих мультиков и наклепали некачественных значков. Бедный Симба! А может, ты сделаешь свои официальные пины, и тогда фанаты будут знать, где оригинал? Хорош! У тебя же не портфель украли. Буллит, ты не прав! Представь, что ты придумал классный прикол, а его украли. Тебе было бы приятно? Украли? Мой прикол? Да я бы... Знаешь, Тигра, ты права! Я сделаю свои официальные пины и расскажу про них фанатам! Ребят, я сделал свои официальные пины! Заходи по ссылке на канале, чтобы заказать!